Обед прошел успешно. Организаторы красавцы. Первое, второе. Компота не было, правда. Честно, поел, поспал. Блин, шапочка где-то исчезла моя. Все, сейчас на хард едем. А когда ты успел поспать? Не знаю, что так. Так, я в серьезном болиде. Посмотрите размер руля. Чуть больше ладони. А я еще, ты меня еще не катал, кажется, да, Леня? Да. Я что-то не помню. О, блин, ты что, Леня, блин? Я тебя прошу. Ёханый бабай, Леня, блин. Леня, успокойся, блин. Это жесть вообще, люди плачут вон с улицы. А куда ты едешь-то? А, вот там хард. Моё. О, хорошие места. Ёлки-палки. Так что, сразу едем, Русь, или что? Да не, подожди. Давай продумаем этот вопрос сначала. Давай. Подождем штурмана твоего. Я понял, что ты переворачиваешься. Да? Да, ты очень жесткий. Слышишь, в общем, раскрыт секрет твоих переворотов, Лёня. Да? Ну да, просто надо тебе чуть-чуть... Или ограничитель поставить, или педаль укоротить. Ну, ты понял. Трос газа убрать. Так, осторожно, я тебя прошу. Едем. Все, аккуратно. Тебе же надо стартануть еще. Да, кстати. Ты так далеко ехал, чтобы вот это... О, вон Андрюха. Может, давай по спецучастку проедем? Да нет, давай уже... А куда он поехал? Видишь? Ну, давай за ним. Это спецучасток? Нет. Вот это подъем, да? Наверное. Он такой жестковатый, я скажу. Ё-моё. Для кого он жестковатый? А, то спуск был, то спуск. Не, там подъем, по-моему. Не, это спуск, вот же мы вышли на старт. Что с первого раза заезжает, оказывается. Да. Шучка. Потому что надо все проверять. Мы что-то сломали, наверное, вешку. Вешку сломали. Это пенальти или что это? Это минус, да. 20 секунд? Дисквалификация. Эх, да. А мы сразу заедем или нет? Думаю, да. Иномарка, ты шо? Ауди иномарка. Блин, как страшно. Хорошая иномарка? Ну, наверное. Куда ты в колючки заехал? Выезжай. Природа обалденная просто. А что это за кнопка у тебя? Это не нажимай. Самоликвидатор? Никто не знает, что это. А, лучше не трогай. При продаже сказали, ни в коем случае не нажимайте на красную кнопку. Ого. А вот что, смотри, какое модное. Руль там все. Ого. Да. Не, ну у Лёни, конечно, руль топовый. И куда мы едем? Сейчас где-то встали, хочу на испытание якоря едем. У тебя тоже двери сами открываются? Да. Думал, только у меня такие проблемы. С размерами. Слышь?
опять же, что это за размеры якоря, блин? Ну, большие, блин. Это на БелАЗ ты делал? Я подумал, что, блин, надо делать чтобы такой... Чтобы не сломался, да? Ну да, чтобы он был крепкий. Чтобы держало. Может, блин, не закапывать такой якорь. У меня есть подозрение, что он может не закопаться. Так, первый тест Лёниного свежеизготовленного якоря. Тормоза нажми. Лебедка здесь у нас. Что, еще раз? Дальше надо угол. Надо еще угол меньше сделать. Вниз опусти, да? Надо еще угол меньше, Андрюха, почти по земле. Не, угол трос близко, понял? Если трос дальше. О, вот так. То есть надо трос дальше? Ну конечно, угол трос близко, высоко. Ну понял угол? Размотаться больше будет более правильно тогда. Тут серьезный штурман. Более опытный якоритель. Можешь орать огороды, блин. Сейчас надо педаль прокачать. А, говорит, не мог, могу. Так, первый пошел. Бодя идет, хоть этого тяжелого штурмана он высадил, нет? Сидит, да? А, это он, чтобы за берег цеплялся. Откренивал, да. Ходом идет отлично. Не завалил вешку, елки. Время не пошло назад. Так, идет. Ничего не слышит. Не, слышит. Что там, по правой? Да. Ей, Бодя, батя, пробежи. Бодя, ей. Не едь, он уже бежит. Давай, назду. Гена пешком в машине Бодя. Блин, у них какой-то личный оператор. Вы видели? Бежит рядом быстрее, чем машина, блин. Что такое-то хард детский реально. Так, Лёня с Андрюхой, серьезные. Ну,
скрыт секрет, почему Леня переворачивается. Я проехав с ним 100 метров, все было сразу понятно. Очень серьезный аппарат. Нормально дубасят, может проедут все по первому кругу и станет повеселей. Пока просто очень. Там какой-то пень. Развороты обратно. Развернулись. Опа! Это Леня. Это в его стиле была только что попытка опять перевернуть в болото самурай. На Андрюхину сторону. Финиш. Так, Nissan Tirana 2.7 турбодизель, 33-й Silver. Стартанули. Так, ну машинка потяжелее. Да, сейчас копнут сильверами тут. Третья машина подряд на таком протекторе. Ого, как на боку. И ушел к пню. Так, выскочил. Тут ключевое сейчас место. Поворот. Блин, прошел, да. Видишь, пошире машина, длинная. Был близок. Андрюха. Андрюха идет. Пилот опытный.
Ну, ну натяжку так. Так. Место экшена. Блин, самурай, конечно. Сила. Ничего не скажешь, ничего лишнего, легкий. Так, Нива. Ну, у этой Нивы шансы небольшие. Спокойнее надо было заходить. Проехала бы дальше, но шансов немного. Помощь подоспела сразу. Чуть не проехал. Два месяца. Так, а вот и серьезный участник стартанул моментально, только Нива предыдущая покинула территорию. Там этот пень, вокруг которого разворот. Так, УАЗ пошел. Тут четко как под краем.
Да, у вас V8, кстати.